Люминесцентные и энергосберегающие лампы. Куда их нужно нести и кто их должен собирать? Разобраться в этом вопросе пыталась межведомственная комиссия по экологической безопасности при региональном правительстве. Использованные лампы – один из самых опасных отходов. Утилизировать их вместе с другим бытовым мусором нельзя. В соответствии с последними поправками в нормативные правовые акты, они были внесены еще прошлой осенью, сбором ламп у населения должны заниматься управляющие организации. Работа такая не проводилась, на что мэрия и указала надзорному органу. Администрация города Иваново в адрес Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры направила письмо о рассмотрении возможности принятия к управляющим организациям мер прокурорского реагирования. Стоит сказать, что специальные контейнеры для сбора ртути, содержащих ламп, уже есть в Гавпосаде и Южском районе. В областном центре дело сдвинулось с мертвой точки буквально месяц назад. 6 крупных управляющих компаний заключили договор со специализированной организацией, которая занимается установкой и обслуживанием контейнеров. Теперь вопрос, как избежать народного гнева в связи с новой статьей расходов. С населением вопрос возник, а кто будет за все платить? Как бы сегодня предлагается собирать через управляющие компании, вносить это в платежку по коммунальным платежам, возникает много вопросов. То есть далеко не все граждане пользуются такими лампами. Соответственно, у тех граждан, которые не пользуются такими лампами, возникает вопрос, а почему я должен платить? Рано или поздно новая строчка расходов в квитанциях появится у всех. Сами контейнеры управляющие организации приобретают за счет имеющихся средств. А вот о затратах на обслуживание собственникам жилья наверняка расскажут на ближайшем собрании. Уже установлено порядка 10 контейнеров на территории города Иваново. Контейнера герметичные, антивандальные и безопасные для экологии. Потому что отход, который попадает в данный контейнер, посредством специализированной подачи опускается в накопительную емкость и извлекается нами как специализированной организацией. Казалось бы, цивилизация наконец-то добралась и до Иваново. Однако не все горожане к этому моменту успели эволюционировать. Новые контейнеры только установили, а их уже используют не по назначению. Туда выбрасывают бутылки и другой бытовой мусор. А на улице 8 Сосневской сегодня ночью новый контейнер и вовсе украли. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.